Я не готов. Я поговорил с Зейлом, некромантом. Он сказал, что мои видения никак не связаны с некромантией. Это что-то другое. Кажется, его это обеспокоило. Что тебе нужно? Отлично. Мои товары. Посмотришь? Я рад снова сражаться вместе с тобой.
свою миссию! Так далеки от всего. Сложно представить, что наш мир все еще в опасности. Наверное, потому и стоит двигаться дальше. У меня дурные вести. Осколок помог мне раскрыть замысел Малтаэля, но все оказалось намного хуже, чем я предполагал. Он собирается собрать в камень души все демонические сущности, даже те, что являются частью человеческих душ. Если он изменит свойства камня, и тот похитит демоническую сущность всех людей Санктуария, они погибнут. Мы все еще можем остановить его. Пора штурмовать крепость. Малтаэль изменяет самую суть черного камня души. Теперь камень похищает любую демоническую сущность, какому бы миру та ни принадлежала. Но демоническое естество есть в душе любого смертного, за исключением меня. И потеря этой темной стороны разрывает душу и тело человека на части.
долгие годы сражались в Пандемонии. Никогда не думал, что вернусь сюда. Эта земля пропитана кровью демонов. И многие ангелы погибли, защищая ее. Не понимаю, за что здесь сражаться? Мы вели бой за камень мироздания. Крепость Пандемония была построена по моему приказу, именно для его защиты. Почему вы не отправились на поиски Малтаэля? Тогда он покинул небеса. Ведь он был одним из ваших братьев. Малтаэль был скрытным. К тому же все привыкли, что он часто уходит без предупреждения. Но в какой-то момент совет забеспокоился. Мы послали на поиски его ближайших последователей. Большинство из них не вернулось. Ну, конечно. Урзаэль и Девы Смерти. Они нашли его и последовали за ним во мрак безумия. Похоже на то. Значит, эту громадную крепость построил ты? Не я один, конечно же. Но идея была моя. Ангелы возвели ее вокруг камня мироздания много веков назад. Полагаю, ты знаешь здесь все ходы и выходы, особенно неохраняемые. Боюсь, что нет. Крепость постоянно меняется под влиянием сил небес и преисподней. Не сейчас. И еще раз. Готово.
крепость Пандемония. Когда мы сражались, мой меч проходил сквозь Малтаэля, будто тот был соткан из воздуха. Он находится в таком состоянии жизни и смерти, когда ему невозможно причинить вред. Одной твоей силы недостаточно для нашей задачи. Тебе необходимо задействовать силу самой смерти, чтобы сравняться с Малтаэлем и убить его. На нижних ярусах находится множество душ. Возможно, они смогут мне помочь. Сила мертвецов. Если ты пустишь ее в себя, ты станешь одной природы с Малтаэлем и сможешь сразиться с ним. Но тебе нужно спешить. Каждый миг гибнут тысячи людей, и сила Малтаэля возрастает с невиданной скоростью. Эта крепость кажется мне такой странной и незнакомой. А ведь я бывал в ней бесчетное число раз. И как защитник, и как освободитель. Она меняется в соответствии с характером своего повелителя. Но никогда еще я не видел ее такой под властью ангела. Малтаэль не похож на других ангелов. Крестоносец. Мне кажется, что этот призрак мне знаком. Глазах. Уже очень давно. Я следил за тобой, ученик. Ты совершил куда больше остальных и покрыл славой наше с тобой имя. Я всего лишь старался жить так, как ты учил, наставник. Ты преуспел в этом, но твой поход еще не завершен. Нужно найти способ убить Малтаэля. Этого требует моя миссия. Души крестоносцев томятся в тюрьме на нижних уровнях крепости. Пока что нам хватит сил только на то, чтобы открыть для тебя проход. Освободи нас, и духи всех павших в бою крестоносцев даруют тебе свою силу. Восточной деревне, сопливого 12-летнего мальчишку. Может, не надо об этом? Мне еще сражаться с ангелом смерти. И мой поход должен продолжаться. Ты дал обет и вложил в него свою душу. Но как же ты плакал в ту ночь? И на следующую тоже. Не было такого. Прошла неделя, а ты так и не успокоился. Я даже стал подумывать, а не вернут ли тебя обратно в деревню. Но и тогда я разглядел в тебе нечто особенное.
Тебе на роду было написано стать величайшим из нас. Живые не могут навредить Малтаэлю, потому что он являет собой аспект смерти. Но мы, мертвые, можем тебе помочь. Думаю, ты прекрасно знаешь, что делать с подобной силой. О да, Малтаэль падет. Смерть — неотъемлемая часть жизни. Если я убью Малтаэля... Малтаэль — аспект смерти. Он подпитывается ей и существует в согласии с ней. Но не более. Смерть была до него и будет после него. Это хорошо. Но не стоит думать, что убийство ангела смерти пройдет незамеченным. Ты изменишь все. Взглянуть на эти богатства.